Концерта мы играем один раз в год, каждый год.
одной и той же площадке. И даже как будто бы одни и те же лица приходят нас поддержать. Тем приятнее, такой теплый, дружеский камерный вечер. Большое спасибо. Спасибо, друзья. В Техасе котик.
потерялся 3 года назад. Сегодня вы нашлись вдалеке от дома за 3000 километров, но нашли здорового археолога. А в Шотландии археолог сегодня нашел, любитель археолог, нашел сегодня кольцо, которому 18 тысяч лет. Вот такое бывает. На этом хороших новостей у нас сегодня больше нет. Сегодня.
Я не знаю, что 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 я не знаю,
и спичка. Раз. Сегодняшнего выступления мы совершенно случайно обнаружили, что он полностью повторяет прошлогодний. И получается, что мы как будто бы за год не написали ни одной песни, но мы не могли вас так разочаровать, и мы во время перекура срочно написали две новые песни, которые вам сейчас сыграем. We'll be right back.
смог. Закономерный итог. Спустя 2000 лет я повторю бы сюжет. Я не знаю, как тебе, но я знаю.
Уже мы находимся в инновационно-культурном центре, поэтому такие эпитеты лучше заменять на, например, ребята, вы отличные парни. Нам будет очень приятно. Шикарные, я готов, как из которой коробки.
Это была группа «Павли Знам». Надеюсь, до встречи через год в этом же самом месте. Спасибо. Поехал? Давай, Саня. Давай. Давай. Давай, слушай, в следующей неделе я в Питере. Потом.